pas Tout le rouge copine copain. là. Alors. Ok. Пинки Пай пришла письмо. Тут пришла Пинки Пай, пришла письмо. От Пинки Пай пришло письмо. Интересненько. Сегодня приедет Искорка новая пони. Меня зовут тоже Искорка. Моя сестра Искорка. Ура! Моя сестра Каденс, вот та розненькая. У меня младшая сестра такая Искорка, тоже ее зовут. А это моя старшая сестра. Это Каденс. Понятно? Ура! Спайк? Спайк? Ой, ой. Спасибо. Хорошо. Фуи! Понятно. Мы уже здесь. Йо-хо, йо-хо, йо-хо. Сестра. Пинки Пай, ты моя подружка, помнишь? Да. Я привезла твою сестру Искорку. Искорка. Ой, я так с тобой соскучилась. Я тоже. У тебя еще не появились крылья. Да, ваше высочество. О, не надо. Ваше высочество. Не надо. Не надо. Ой, простите, что канала. Ничего страшного. А меня хоть кто-то болеет, что я перенесла эту сестричку. Стой, вернись, Пинки Пай. Не отдам тебе твою сестричку. Пинки Пай. Пинки Пай поймала. Я знаю, как тебе было трудно представиться, но, пожалуйста, отдай нам мою сестру. Не за что! Я же сказала. Так, ты прощаешь меня? Да. Сейчас не вижу. Можно мне? Нет! Ты старшая сестра. Зачем ты младшей сестре не даешь моей? Старшая сестра. Это ты самая старшая сестра. Нет. Она самая младшая. Ты сиденье, я старшая. Ты не даешь ей свой пояс. Ладно, ладно. Пинки Пай. Дурацкая Пинки. Нет, моё сердечко. Твое место уже за мной. И больше не плачь. Пожалуйста, газ здесь. Ни за что! Может, еще капелька побудет? Волшебный пузырь, давай я тебя тоже научу такое делать. Давай. Нужно просто заклинание Зикоры от лихорадки. Вот так. И все. Заклинание Зикоры от лихорадки, это какое еще? Тебе это мешает, что ты не заменяешь. Это игрушка. На тебе пинки. На. Потом понесешь. На, что она, потом ты.
Так. Ашанный потенциал я. Видишь, тебе повезло вот то. Я хочу в туалет. Иди в туалет, иди. Впрочем, это моя новая сестра. Я никогда еще не видела с ней. Так, я ваша мама. Нет, я ваша мама. А, точно, я забыла. Я тоже хочу в туалет. Пошли. Вторая часть. Durun bakalım, buraya böyle güzel düz girilmez. Demek buranın girişi değişik. Müritte bu sefer yan girer. Böyle de girilmez. Ulan Müri, bir de arka arka girer. Baksana garson düşük çıkarıyor. Tamam mı? Другая часть. Итак, похоже, ты уже научилась Пинки Пай. Да. Что ты шепчешь? Что ты шепчешь там? Ничего. Волшебный пузырь здоровья. Ау! Волшебный пузырь здоровья! Ай! Ауч! Ауч! Не могу летать. Дай-ка я тебя научу. Не отпусти. Простите. Ай. Пинки Пай, да? Давай мне. Она кубику выбирает, потом ты. Мама! Вставай, Миша, давай. Я подвезу ее. Хватит, девочки, я мама, я не умерла. Это ваша старшая сестра умерла. А ты сирене, а ты младшая. Младшая всегда вынуждаешь спать. Ты так что не плакаешь, что ты младшая. Ну, тогда я не пойду никогда в школу. Ты вырастешь и пойдет. Это она не пойдет. Давай. Пусть она отвезет. Это мое. Ты сильнее нее, не надо у нее забирать это. У нас только одна, не две. Так что отдай быстро ей. Эй! Видишь, какая она слабая? Ня. Что? Нет, это мое.
Это мой чемодан. Привет всем, у меня есть чемоданчики. А она тяжелая. Да. Вот вам доктор. Доктор. Мама. Средняя сестра. Я случайно. Так. Умерла, значит, сестра. Какая? Старшая сестра. Вот. Ну, нам нужно моя ликорн. Я ликорн. Ну, она же ликорн. У меня есть крылья. У тебя нету крылья, значит, ты не ликорн. Телеку, есть крылья и рог. Магия Аликон. Но еще. Нужно нам земной пол. Магия земной пол. Кому-то полезно. Нет. Это же хорошо, молодец, малышка. Не, малышка. Теперь я. Я ухожусь на ней. Я чемодан свой пакую. Кого-нибудь везти? Кого везти мне? Так, запаковала свой чемодан. Свою сумку. И чемодан тоже. Все, я собралась идти куда-то в другое место. Там, где мне нужно выступать. Давай с тобой поночуем. Куда она прибежала?
кто? Это дурацкая, которая со мной не идет. Это невеста, которая вырастет. А я нет. Пошли. Нет, не показывай. Я знаю, где она. Ну, видно, золотая книжка. Какие красивые. Пожалуйста, доверься мне. Стой же ты. Я знаю. Чемодан превращается в... для пассажира. Игу. Ты поймал? Поняла, что я могу тебя поймать? Так, да? Хочу. Папка, опусти меня сейчас же. Нет. Не опущу. Ай, мама. Мама тебе даст? Да. 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 Настя. О, можно пора спать. Сумка со мной остается. Пинки, еще даже ночь не сошла. А ну-ка, да ты просто не хочешь отдавать ей свою... Больно! Вот видишь, я могу тебе сделать больно, если ты не дашь ей. Она права. Пинки права. Почему это она права? Потому что это не под цвет мне кожи. Сумка. А еще это не моя сумка. Ты этого не права. Теперь Пинки Пай не может меня поймать. На вам свою сумку. Она могла забрать мою сумку, потому что я ее забрала. А что ты ее не забрала? Я просто хотела вспомнить, кого это. Теперь я убедилась. Ну, типа, это твоя сушка. А! Теперь я поняла, что нужно делать.
Конец историки. Все.